А скинь мне, пожалуйста, ХЛТВ. Слышишь, что, Денис? Так, я просто браузер закрыл. А, поэтому эта игра за первое место, наверное, возможно. Может, за второе. Я уж точно сказать не могу на данный момент, что у них там, какие расклады. Но примерно все вырисовывается так, что если сейчас красные тюльпаны, они же команда России, выигрывают, модельки, то у них... Модельки КТшников пропали на стриме. Ну, ничего страшного. У нас сейчас... Ух ты, 5-1, что ли? Нет, это что? Сейчас все будет, ребят. Так. Все. У нас пистолетка ушла к команде Russia. Я уже все сказал, да, ребят? Потому что эта катка очень много решает в группе B, во второй группе, так называемой. Поэтому, если здесь Россия выигрывает, то у нее есть все шансы выйти из группы. Поэтому состав играющих команд. За Россию играет Delph, Московская, Pure Damage, Циркач и Ганник. И за Хендехох играет FS, Кек, Точка, Тазик и Хоки. Вот так вот. Посмотрим. Так, все начинается с того, что поджим есть медла от Хендехох. Берут они здесь пистолета, углы, пытаются поджимать, отлично, отлично работает Московская на котах, забирает двоих. Тазик последний, Тазик, ух, с Тазика зачекал Ганик, и все хорошо. Надеюсь, на третью игру все-таки команда Russia собралась, и все у них здесь должно получиться. Напоминаю, что Хендехок сейчас промежуточные лидеры в своей группе, они выиграли и обидчиков команды Russia, то есть команду Fragnlows, и еще одну команду в их группе, то есть у них две победы, вот. Двух матчах. Поэтому, по сути, сейчас пока что лидируют в группе. Но у Russia есть одно поражение. И они могут его закрыть, в принципе, этой победы. Ну ладно, расклады это раскладами. Сейчас главная игра, последняя, заключительная. В группе смотрим, что у нас здесь. Опять же, выход на аплент. Здесь, опять же, укрепление аплента. Хорошо Хендехок читают игру. И капитан очень хорошо командует своими тиммейтами, потому что действительно на эко-раундах, это я могу сказать любому капитану, что нужно удивлять своих соперников. Либо поджимать, либо укреплять, либо откидывать. В общем, играть абсолютно не дефолтно и желательно нелогично. Ну, как играют девушки, в принципе. Поэтому Тазик последний. Вот. Тазика забирают. 3-0. 3-0. Russia все-таки берут раунды. Поэтому первые три раунда за атаку ушли в их пользу. Сейчас посмотрим на девайс. Но очень интересно понаблюдать, что будет от дефенса. Пока что АВП я не вижу. Ну, если у них будут автоматические винтовки, то все будет довольно-таки мобильно. И все хорошо. Дефолт от них 3-2. Поджима мы не наблюдаем. Хотя есть двойной вот такой вот высад десантный зигзаги от Кек и Тазик. И они постепенно здесь будут, возможно, что-то и навязывать. Опен фраг от Хоки. Опен фраг случился на котах. Парный поджим. Закрывает еще и Pure Damage. Ну как по одному? Ну сборная России. Ну правда, ну неохота нам ошибок на с Инферно вот повторить, действительно. По одному отдались на котах, одному парню, который... Ой, ФС! Ошибка от ФС, а под свою же флешку в фуллблайнде оказался парень. Ганник последний, 1-4, но Ганник подобрал пачку. По нему есть информация. Ганник хорошо забрал здесь ФСа. 1-3 от Ганика, но он остается против 200-х и одного родового игрока. Ганик. Так, еще и надамажил Кека. Так, пытается здесь Ганик работать. Но, в принципе, он сейчас все правильно делает. Но, опять же, при таком вот развитии событий, любая ошибка, и Ганик пострадает очень сильно. На котах здесь его ждет Хоки, поэтому Хоки не даст ему пройти на аплент. Но Ганик пошел на... чекать нычку, а Хоки его с другой позиции все-таки выждал. 4 минуса от Хоки и девайсный раунд за командой Хендехол. Хорошо, но я чувствую прям, вот будет очень серьезная напряженка. Кстати, пока не поздно, 4 раунда, но все-таки обычно мы делаем прогнозы, если уж делаем до игры. И вот сейчас у Алены хочу спросить, какой счет будет в этой игре? Ну, мы поставили, я 16-13 поставила. Пользуюсь. Вера поставила. Сейчас посмотрим. Так, 16-11, Вера сказала. В пользу России. Так, значит, все, я так понимаю, уже за Россию болеют. Ну, Хендехох, это, наверное, сборная Германии, да? Потому что именно этим языком руководствовались парни, когда ставили тебе такой тег. Поэтому сборная России, сборная Германии. Во многих видах спорта это противостояние можно наблюдать. Ну, а у нас Counter-Strike. И интересно посмотреть, что же будет здесь. Пока что у нас размены на Аплунту. Хорошо вышла сейчас Московская при поддержке своих тиммейтов. Московская тут уже Кека зачекала. Отлично, Московская забрала Кека.
На варенье точка последней. Я думаю, что такая вот позиция обозначения варенья все-таки будет на руку именно российскому коллективу. И точка будет выходить дальше. Точка не перестреливает. Плент, и в итоге сборная России берет четвертый раунд, 4-1. И пока что действительно хандыхох держит руки вверху, и девайсно зашел, но дальше пока что поддержать почему не смогли. Ну ничего страшного. У них сейчас эко-раунд. У них, они точнее любят укреплять себя плент на эко-раундах, мы уже успели заметить, да? На этот раз без какой-то задней мысли они расходятся по плентам и действует дефолт. Но опять же, ребят, дефолт... Не знаю, дефолт... Не нужно играть дефолт на эко-раунд, потому что так или иначе перестрелять вам автоматы будет очень трудно, если вы будете играть дефолтные раунды. Ну, ладно. Кек поджал каналку, его тиммейты поджали малые, они уже в большом. Так, есть перестрелка, но Ганик с циркачом. Молодцы, молодцы парни, действительно. Россия, и действительно все хорошо. 5-1. Забегать не будем, ничего говорить не будем. Мы знаем, что Россия может и из такой ситуации, как говорится, попасть куда не, ну, не нужно. Вот. И также выбраться. Поэтому все еще впереди. Форсбайт защита. Поэтому фамосы. Но опять же, фамосы на фаскапе, ребят. Вы сами прекрасно понимаете, что это такое. Шальное, в общем. Сейчас оружие находится в руках игроков команды дефенса. И коты будут принимать двое игроков. У Раша намечается сплита плента. Поджим малого квадрата. Ганик это все дело контролит. Но Ганик отвлекся на раскидку мидла, поэтому может упустить сейчас поджим в малый квадрат от игроков команды Хэндехох. Циркача забрали. Московская пошла одна мидл, но московскую сейчас уже увидели. Московская здесь прошла все-таки хорошо по таймингу. Должна она обращать внимание на мидл. Забирает? Нет, не забирает, к сожалению, но надамаживала здесь неплохо. В итоге Тазик. Тазик с Хоки остаются вдвоем. 106 хп у них на двоих. Попытаются, наверное, сейчас ворваться. Нет, забрали тазика и остался парень с диглом, но Ганик молодец, контролит, все. Надеюсь, Раша собралась, и Ганик действительно показывает капитанские свои навыки и действительно берет игру в свои руки. Вот. То есть, если у кого-то что-то не получается... И, кстати, мне интересно, кто у них под ником там играл-то. Я уже забыл, как у него ник был. Ну, в общем, он у них так неплохо отыграл. А, циркач, все, вспомнил. Циркач набрал... жестко раунд. Вот. И сейчас пистолет по второй половине, да, на Инферно, если вы помните. Поэтому сейчас пока что Ганик старается, но у нас пролагало ХЛТВ, к сожалению, не вовремя. Мы не увидели здесь весь замес, но остался циркач. Ребята, это же циркач. Но циркач, к сожалению, не смог здесь забрать раунд в свою пользу. Поэтому 6-2. 6-2. Вот так вот. 6-2 и... Так, ну, сейчас, секунду, я уже начинаю немножечко сдавать позиции, но ничего страшного, это разогрев. Четвертая карта. И тем временем Раша играет от малого квадрата. У Хэндехох есть один игрок АФК. Интересно. Как они в меньшинстве пытаются отыграть. Так, малый квадрат, здесь московская стоит... близко к своему тиммейту Ганику. Они здесь вдвоем в паре проходят по зигзагу, зашли на площадь, могут подсадиться в дом. Это будет самый логичный, в принципе, здесь выход из сложившейся ситуации. Сразу же с первого раза подсадились в дом. Отлично вообще. А, циркача они подсадили. Как раз таки самого важного такого игрока, который любит играть в спине. Отлично, циркач выходит и забирает сразу двоих на апунту. И циркач тем временем открывает апленд, то есть разводит тем самым игроков команды Хэндехох. Тем временем, когда его тиммейты... Что они делают? Они зашли на Б, пошли через сотку на А. Потеряли пьюра дэмэджа, но... Я думаю, что если бы еще были бы здесь ошибки, то могло бы здесь все закончиться печально. Но, видимо, они пачку где-то под А потеряли, поэтому все туда и побежали. Я думаю, только так можно объяснить их игру здесь. Ну, 7-2. Смотрим дальше. Тем временем двое большой, трое малый от России. Они понимают, что от малого квадрата гораздо легче отталкиваться. И так, фуллблайн стоит циркач и забирает во фуллблайне. Тем временем игрока команды дефенса его взрывают. Это форсбай. Опять же, от дефенса точка ползет по банану. Накидывают ему здесь флешки. Может ворваться очень хорошо. Но по таймингу точка. Смотрим за точкой. Он будет рваться мидл. Он подбирает сейчас девайс. И в спину точка не зашел.
Тайминги в этой игре пока что не в пользу немецкого коллектива. Пачка устанавливается, и тазик с точкой остается вдвоем. Точка минус pure damage. Точка минус delf. 2 в 2, кстати, неплохо. Еще и забрали Ганика, и московской придется сборную Россию-то вытаскивать из такой-то, казалось бы, простой ситуации. Один в один теперь. У нее шансы, в принципе, равны. Ну и отлично. Отлично. Раньше вышла, раньше начала стрелять, и все хорошо. Первую половину России берет. Ну, неплохо. Но все-таки, опять же, на Тускане нужно брать как можно больше за одну из сторон. Потому что за вторую можно легко дать камбэк. Но по-разному все оценивают шансы здесь. Я все-таки считаю, что Тускан — это мапа именно атаки в целом. Трудно здесь за дефенс играть, особенно сдерживать, допустим, апленд втроем, к примеру. Трудновато. Но, ладно. Московская на кураже начинает просто немцев сдерживать. Они здесь не могут, точнее, аркадить на котах, поэтому их забрали. Так, точка. Точка у нас очень близко в сотке, может ворваться, но получает он хае, ест ее. И точки не везет, точки не везет. Пробивает он голову в планту, но не забирает игрока. Тазик, хорошо, на даблдаке, минус pure damage. Вот у России вот всегда-то, казалось бы, в очевидных ситуациях они просто на ровном месте себе создают трудности. И вот московская отдается, смотрите, просто вот на ровном месте. Казалось бы, раунд уже все, наглухо можно закрывать. Так, Миша. Плен отрывается, точка, но циркач с Ганником все-таки заставляет нас нервничать, но берут раунд в свою пользу. 9-2. 9-2, и вот фраг лидера как раз-таки за атаку Ганник и московская. Поэтому Хэндехоп пока что не могут справиться с российским напором. Ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше. Хэндехоп. Как-то вот интересно, Хэндехоп встают. Они хоть и поджимают малый, при такой схеме нужно поджимать гораздо быстрее малый квадрат, чтобы была информация по большому. Потом уж стягиваться, а то они двоих оставляют в большом. Точнее, на апленту. И вдвоем сдерживать апленд. Ну, Тускане практически нереально, что он делает. Он просто выждал здесь за малым pure damage и как раз таки только на него переключился, и сразу же голова шоты от pure damage. Ну вот так вот парень подождал, и Россия играет очень-очень хорошо. Тазик последний. Тазик в доме. Тазик. Минус по московской. Хорошо, тазик уходит. 1 в 3, но я надеюсь, сейчас не будет у России трудностей тазиком. 10-2. Ну, естественно, все уже поняли, да, очевидно, я болею за Россию. А болею за Россию не из-за того, что мне так выгодно или я так хочу, а просто для интриги будет гораздо интереснее потом просто почитать это и все, и посмотреть, кто все-таки из этой группы выйдет на первом месте. Вот так вот. А если Россия здесь выигрывает, то Хэндехоп, она в табеле о рангах опережает, потому что первый главный подсчет будет при равном количестве побед именно по личным встречам. Ну ладно, здесь мы отвлеклись. Тем временем атака заходит на А и тех забирает. И причем Россия специально и нагло давит апленд. Они знают, что двое игроков находятся здесь. Логически можно, в принципе, отсюда уйти, поставить Б-пленд пачку. Но они характером, такой вот с русской душой, заходят и раздают подарки игрокам команды дефенса. Я думаю, что немцы не в самом, конечно, восторге сейчас. И Ахтунг здесь, конечно, неимоверно не должен быть после этих раундов. И тем временем циркач заходит, коты. Циркач на ноге, можно проходить. Циркач очень близко, ждет он флешки от игроков своего коллектива, но флешки нет. Он ждал также еще и мидл, делф. Ну забери ты подсадку, делф. Собрал, хорошо. Так, забрали еще и плент, отлично. ФС Хоки вдвоем, ФС последний. И ФС заходит с мидла. Его забирают. Ну, наконец-таки, это вот Россия действительно сами себя ставит в патовую ситуацию, а потом сами из нее убираются. Хорошо, 12-2. Они отвечают за изнасилование на карте Ида Инферно, потому что по-другому там карту не описать, на самом деле. И все именно так складывается, что Хэндехоп сейчас взяли два раунда и близки к тому, чтобы проиграть еще и третий. Потому что, опять же, форсбай Фамоса, и у них с этим ничего не выходит. На этот раз Хэндехоп, опять же, они играют. Да, еще опять же Хоки АФК. Московская выходит мидл, на этот раз ее здесь встречают. Спустя все-таки 14 раундов Хэндехоп понимают, как нужно играть против Раши. И
пытаются сопротивляться, но Хоки возвращается и берет раунд для своей команды. 12-3. Хорошо. Команда, ребят, которые доиграли сейчас на турнире, пожалуйста, результаты свои скиньте в группу. Я посчитаю, а завтра мы выведем, кто, как, где играет. И, кстати, хочу сказать, там жеребьевка будет очень легкая. То есть, три команды 100% выходят с первого места, да, каждый из групп. Будет Нюк, Трейн и Мираж карту мапу, поэтому можете их заранее тренировать, не знаю. Вот, потому что сегодня мы не увидели этих карт. А завтра в полуфинале хотелось бы увидеть. Поэтому будет по порядку. Полуфинал Best of 3. Еще один полуфинал Best of 3. И финал Best of 3. Вот, поэтому я думаю, что завтра будет интересно и горячо. Всех ждем в любом случае. Ну а сегодня у нас еще будут катки по записи группового этапа. Вот. Ну и ждем Хоки. Когда он нажмет, потому что он очень много времени стоял АФК. Вот, скажешь, когда они заведут. Я пока что посмотрю, как там ребята справляются. Наверное, уже все остальные-то доиграли. Так. Да-да, обновим результаты. Обновим. Не переживайте, кто пишет. Просто это одновременно делают стримеры, они не могут одновременно и комментить, и... как бы записывать результат. Russian Biz. Time Factor 16-4 вывели. Так, ну только вот эту я успел результат записать. Ладно, ребят, дальше подведем итоги после окончания уже этой встречи, поэтому сейчас у нас 12-3, и все зависит от того, как Эндехок себя проявит за атаку, опять же, да? Что у них здесь получится? У так называемых немцев, в кавычках. Ну, посмотрим. Сборная Германии. Выход мидл через малый квадрат, и здесь кек, поджим мидла, хорошо. Ганик, хаешку кушайте, немцы! Отлично, забрал одного, и в итоге 2 в 2. 2 в 2, киса забирает еще одного, в итоге есть размен, киса остается, ну, киса, у него просто ник московская, поэтому... поэтому я называю киса. Последний с пачкой остается, ФС, ну, смотрите, как он все пытается здесь перемудрить, но немец перехитрил сам себя, поэтому 14-2. И, как говорится, поговорки, что немцу, то, точнее, русскому хорошо, то немцу плохо, поэтому, в принципе, так и получилось, что немец пытался здесь что-то сообразить, и русскому-то это хорошо. Когда ты сам себя не понимаешь, да, немец? И в итоге поджим медла сейчас, опять же, от команды Раша на характере. Вот он, российский, русский характер просыпается. И таркадит мидл. С пачки на заходит Хэндехох. Может у них получиться сейчас установка этой пачки. Отлично, молодцы. Кек поставил пачку на деньги. У немцев будут деньги в последнем... нет, не в последнем еще все-таки раунде, потому что счет 14-3. Если они обезвредят пачку, конечно, если ничего не произойдет, там, не знаю. Вот, пока что 14-3, все-таки посмотрим. Сейчас будет закуп от Хэндехох. И что у нас будут делать немцы? Форсбай. Галилы, АКМы. Надеюсь, у них тоже есть свои болельщики в чате. Вот, ребят, кстати, кто за Хэндехох? Выскажитесь в чате. Вот, ну, куда уж деваться, там нужно брать раунды. Ну что, ребята, ну вы просто без какой-либо заготовки просто на стрельбу выходит против России, которая... кстати, сейчас на котах не справляется с приемом. Циркач вот с московской ошиблись, и Делфу теперь нужно исправлять ошибки своих тиммейтов. Делфа забрал тазик, у тазика уже минус 3, я так понимаю, в этом раунде, да? И есть возможность тазик, нет, да, или все-таки да. Да, тазик. Тазик может оформить эйс. 33 хп. Тазик. Минус 1, но pure damage выходит. Минус 4 от тазика, но почти немцы берут раунд. И счет уже до неприличного. Очень жесткий. 15-3. Так что, Ален, как там ваши прогнозы, ставки поживают? Все хорошо? Ладно, продолжим смотреть. Пока что не будем отвлекаться на эту тему. Раша поджимает мидл.
Кэндехок в малом квадрате. Но здесь все может у них получиться. Они могут, в принципе, сейчас мидл раскидать. И... О-ху-ху! Хорош! Здесь просто замес по всей карте с дробовиком. Хоки в полете выпрыгивает. Так, есть размены. ГГББ. Ну какой ГГББ, когда 2 в 1? Ну, против Ганика. Они просто уже Ганику, наверное, боятся 1 в 2 тащить. Ну, ты чё, Миш? Миша? А, Миша, все. Миша думает, что игрок обойдет сзади. Все правильно Миша делает. В принципе, на его месте бы... Ну, чуть-чуть, Миша, не хватило чуть-чуть. Ну, хотя тут, конечно, предсказать, что тазик был бы именно там. Трудно. Ладно, хотели как можно быстрее, получилось как всегда по-русски. Растягиваем удовольствие, 15-4. Один раунд игроки команды Кэндехок отыгрывают. Вот, и тем временем Раша направляются, все они направляются под Бэплэнд. Игроки команды Дефанса решают, Аркадить. Ну, они уже просто фан прием получают. И, кстати, команде Кэндехок, если вы меня слышите, вы еще не проиграли в прямом эфире, да, потому что ХЛТВ задержка. Ребят, нам нужно набирать раунды. Если вы так мало раундов возьмете в этой катке, то вы вообще можете занять третье место и 100% не выйти из группы. Несмотря на то, что вы выиграли две катки до этого, потому что расклады в вашей группе очень жесткие. Там, то есть, две команды могут иметь... Три команды могут иметь по две победы. Вот, циркача забрали. Так, что? Все? Да ну, зашли на аплент, отдают игру так просто. Ну, наверное, уже дезмораль какая-то определенная. Все, нужно диффузить, это 16-4. Молодцы, молодцы, сборная России, они в любом случае после этой победы опередят немцев в турнире.